Очень уверенная победа над соперником. Какой она была со льда? Что еще раз? Какая она была со льда, это уверенная победа над соперником? Да, я думаю, такая же, как и с трибун. В целом сегодня вышли с первой смены заряжены и понимали то, что соперник не на лучшем месте сейчас идет, и поэтому не хотели даже дать им шанса почувствовать, и у нас это получилось сегодня. Да, это много было, скажем так, неудач в большинстве сегодня. Весьма здорово сработали, много попыток реализовали. Что-то поменялось или просто уверенность пришла, или что? В чем причина? Да, поменялось, но пришел Лейва и... Немножко у нас стало больше вариативности, и за счет этого пошел результат. Сегодня вы весьма результативный матч провели. Насколько довольны? Неплохо. Но, опять же, каждый матч надо стремиться к лучшему все больше и больше, поэтому самое главное – не сбавлять обороты. Сегодня к вам приятные гости приехали. Насколько было здорово, что родные вас посетили сегодня? Очень приятно. Жена на каждый матч ходит. Вот дочка пришла на первый матч в этом сезоне. И очень счастлив, увидел их еще на раскатке, поэтому воодушевился и опять же дало результат. А я думаю, это максимально сильно, особенно учитывая то, что это первый матч. Все-таки сейчас у нас такой возраст у дочки, где она уже более-менее что-то начинает понимать. И это вдвойне приятно сводить ее на игру и увидеть на трибунах. Ну и в завершении небольшой отдых, я думаю, будет у команды. Насколько важно к следующему сопернику подготовиться, потому что весьма сложно будет. Да, опять же, мы понимаем, что соперники сейчас все серьезные, и отдыха, в принципе, у нас много не будет. Завтра уже соберемся на тренировку. Я думаю, нам тренеры подскажут, помогут правильно подойти к игре и будем выходить выигрывать.